свежий обвал. Две прекрасные сосны упали в реку Пшеха, наши прекрасные сосны. Обвал леса – не самая серьезная проблема жителей Ротного переулка в Апшеронске. По дороге, которая близка к аварийному состоянию, уже не могут проехать крупногабаритные автомобили. Галина Буценец живет здесь с 80-х годов. Пенсионерка переживает, что в нужный момент скорая помощь к ней просто не доберется. Мои внуки просто перестали ходить ко мне. Сказали, ночевать не будут, потому что дерево вот это вот высокое упадет. А знаете, какой гул, когда валятся деревья в воду? Мы не знаем, то ли нас уже обстреливает, то ли что падает. И каждый раз соскакиваешь. Тут до дороги уже пару метров. Я говорю, скоро можно будет в реку плевать из окна. Проблема для жителей города не нова. Уже 11 лет они наблюдают за тем, как расстояние от их домов до обрыва уменьшается. Вот так выглядела эта часть берега реки Пшеха в 2019 году, а вот так сейчас. Дорога, которая видна на фотографии, просто обвалилась. Около 15 метров прибрежной территории вместе с деревьями ушло под воду. Земля продолжает осыпаться даже сейчас. Местные жители вспоминают, раньше рядом с домами был небольшой парк, куда приезжали погулять люди со всего города. Сейчас на этом месте река. Просто река, которая каждый день практически отбирает у нас 2-3 метра берега. И подступает вот к домам, которые находятся здесь рядом. То есть вот весь этот народ, это вся улица наша, которая в зоне риска. Когда половодье, то это может 5-10 метров, это уйти просто вот обрушиться за одну ночь. Чтобы дорога, а вслед за ней и дома не оказались там же, куда ежедневно уходят по несколько деревьев, местные власти придумали новый поворот для реки. Будет прокладываться новое русло реки с целью выпрямить. То есть вот от того поворота до того поворота выпрямить реку. Отвести ее, так скажем, от этих 8 домов, которые находятся в зоне, так скажем, опасности, большой опасности. Но пока из-за снега и наледи спецтехника простаивает. Когда смогут возобновить работы, еще не ясно. Жители переулка Ротного надеются на то, что погода к ним все-таки будет благосклонна.